Привет. Всем привет. Сегодня я иду на танцы. И после танцев я собираюсь делать кое-что. Ну, это вы видите потом. Да. Я проснулась в 11. И сейчас уже примерно 2 часа, что ли. И вот. У меня в 3 примерно танцы, до 8, и в 9 я собираюсь кое-что изменить себе. Так что, смотрите так. Я высушила свои волосы. Теперь буду сейчас краситься и готовиться, одеваться. Потом сразу выйду на остановку, потому что меня моя подруга турчанка будет ждать в автобусе. Вот так вот. Мы пришли в танцы. Что еще сказать? Потанцевали. Чисто девочек с турками, ну, интересно. Мы закончили, время почти 7:30. Как будто какой-то дворец. Очки снять или? Да, сними. У нас будет щупать. Как долго ты этим занимаешься? Пирсингом? Да. Уже больше года.
Во время того, когда я буду колоть, не дернись, чтобы прокол не был кровавый, хорошо? Я тебе все объясню, успокою, там, морально, психологически. Больно будет. Септум — это такой неприятный прокол, но это не самый болючий. Но нормально. Ну это я метку ставлю. Давай ко мне. Я сейчас ставлю метку, куда буду колоть. Поставила. Беру иглу. Иглу одноразовую открываю при себе. Размер иглы. Ставлю 5 раз. Готово? Главное, не дернись. Проколю. Будут эти слезы, будут эти сопли, потому что это слизистая часть. Никогда не бойся. Да, просто удобно сел, что. Осталось ставить украшение. Ой, это кровь. Понимаешь, что чувствуешь? Ой, грусть. Осторожно. Не бойся. Просто. Осталось закрутить все шарики, все, ладно? Будет чуть-чуть приятненько. Все? Посмотри. Все нормально? Да. Теперь мне на. Ой, моя рука. Теперь надо спросить, как надо. Все нормально. Хорошо, вот так отправлять. Угу. Пока трогать нельзя, хорошо? Я не заделал. Все нормально. Так, смотри. Я вышла, короче, вот, мне сделали септум. Вроде нормально смотрится, было не так уж больно, но нормально, можно потерпеть. Теперь надо ухаживать и 2 дня максимум не трогать. Я дома, мы покушали. Так вот выглядит моя комната. Нет, твою комнату не показывай. Я имею в виду своих корейцев показываю. Я не покажу, потому что у меня бардак. Мисс Бардак, ты...
Беспардак, помнишь? Вот. Вот. Да. Я надеюсь, что мне идет. И вот. Все, всем пока.